Всех приветствую, а сейчас я вам расскажу, как я учу песни. Но если песня состоит из простого боя и какого-нибудь там плюс чос, то для меня как бы все делится на три алгоритма. Что я играю правой рукой, левой и акценты. То есть акценты это нужно для мозга, чтобы он понимал, когда нужно ставить их. Потом правой я учу, естественно, ритмический рисунок, ну а левой, естественно, аккорды. То есть сначала я учу ритмический рисунок, то есть закрываю левой рукой все струны, чтобы они не играли, и учу ритмический рисунок, который необходим в песне. Затем я перехожу на акценты, чтобы мозг запомнил. После этого, когда все я играю хорошо, как бы без запинок, и вот так вот взял гитару и сыграл сразу, то уже могу переходить на аккорды, учить их, запоминать. Если какой-то аккорд мне не подходит или он мне не нравится, в принципе, его можно поменять, как бы это нормальная тема. Мне кажется, все это делают. Кто не боится. Вот. Ну и в принципе все. Да, все. То есть, чтобы запомнить легко песню и чтобы без напрягов ее учить. Потому что вот если все сразу делать, то наскоком, то навряд ли что-то получится. То есть сначала мы учим ритмический рисунок, затем акценты, и потом уже аккорды. И если нужно, то можно поменять их. Вот, в принципе, все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.